Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей, вы на канале Мамкин Геймер. И сегодня в который раз будем проходить Ведьмака. Ведьмак Wild Hunt. Дикая охота. А вот, пишем, значит, в 4К, в невероятно высоком качестве. Файлы которого дохренища весят по 30-40 гигабайт. А вот... один запись, а то и больше. Ну, в общем-то, нас это не останавливает, поэтому мы проходим все это дело дальше. А что, не глючит, не? Это вчера у меня были некоторые проблемы с записью игры. Как-то игра то вылетала, то ОБС, то что-то там этот самый зараза не хотел писать, то еще что-то, то потом были проблемы с цветами, короче. Ой! Вот и ужас. Вы-то этого не видели, конечно. А я-то потом сидел, все это монтировал. Все вот это вот делал, чтобы было все нормально. Так, а куда телепорты? А я сюда хотел, да? Ну, поскакали. Поскакали. Лошадинка-то, поехали! Поехали, довези меня до места на... Ой, а тут что это? Годи, плотва. А я тут уже все пособирал же, все. Я тут мародерством вчера занимался. И все, значит, разграбил. А че так темненько-то? Ну прям вообще. Погода мне совсем не нравится. Плохая погода, холодная. Жизни что-то мало, это покоцали меня там, что за дела. Это ты че? Это ты че? Ты куда? А куда мне? О, а мне где-то... А тут рядом уже, да? А вон они. Давай, плотва. Давай, мне. Придержи. Стоишь, ёпкую мать. Так, сейчас я мне это дам. 4 штуки бегает. Поджарим пацанов. Только так. На, блядь. Огоньку, блядь. Прикурить, месье, не желаете, блядь? Чё орёшь, блядь? Тихо, блядь. Так, тут сундучок есть. Тут есть сундучок. Толчёный жемчуг, маста, чертёж, составной бутер, страница, отвар из элементаля. Элементаля? Штаны нашел, охотничий. Слиток стали. Шпагат, хорошо. А это вообще меч... Тушеная рыба. Рыбой-то отравиться можно нахер. Этот как его подхватить? Не сальмонеллез, как его, блядь? Забыл, как называется вот эта рыбья, блядь, это отрава там. А, ой, блядь, забыл. Ой, забыл. Пурункулез, туберкулез. Не, там, короче, от рыбы подхватить можно запросто. Запросто это кто? С рогами? Так, меч, хорошо. Цветочки на нем это уже отросли. Нормально. Вот. Забыл, как там что. А что? Это чудовище какое-то лежит. Это кальмар? Кишки спущены. Живность-то такая на берегу, ёб твою мать. Кто-то ее выпотрошил тут. А кто же ее выпотрошил, а? Кто тебя выпотрошил, зверушка? Мерзавцы, блядь. Убили зверушку. Так, ну погнали. Так, куда нам дальше-то? А дальше в море нам, блядь, плыть надо. Дальше мы будем заниматься плаванием. Садимся на наш Range Rover. Давай. Погнали. И поскакали. Крабка нам попутно тут встречается, но она нам сейчас нафиг не нужна. А в море там надо выбираться. Это, блин, опять бочки собирать или еще? Че это? Блин, ну туда плыть надо. Ну, поплыли. Небось, еще и нырять придется. Погнали посмотрим. А что так далеко-то? А? Почему так далеко? Непонятно. Ну, я же говорил, нырять сейчас надо. Там еще и тварь какая-то плавает. Погнали. А я под водой... Ой! А я под водой драться не могу, да? А где тут что? Ничего не вижу. Один.
Ау. Сундучок-то лежит. Кто это его сюда обронит? Ты не приставай ко мне, ты чё? Охренел, что ли? Надо валить отсюда, а то он мне сейчас пиздюлей наваляет. Только так подумал. Погнали! Чё-то они под водой более дружелюбные, чем на суше. На суше прям вообще такие в бешенство приходят. Вот что-то темно, так вообще ничего не видно. Надо это, дневное время суток сделать. Что за фигня? Я не люблю ночные вылазки. Вот, вот так уже немножко лучше. Где я там? А ну давай. Пони! Поехали. Придержи. Так. Куда же нам дальше? А нам, наверное, дальше в телепорт. Или просто тут логово какое-то чудовище, да? Это у тебя гули, наверное, блядь. Здесь еще вот эта бабка, блядь, которая ходит там. Но она мне пиздюлей только так наваляет. И здесь я, по-моему, был, тут хрен что сделаешь. Место силы. Угу. А это что? Ингредиенты здесь можно купить алхимические. Денег у меня, конечно, не густо. Пойдем сюда и съездим, наверное, вот сюда. Пошла. Так, стоять. Надо же эту, блядь, метку поставить. А то заблужусь, потеряюсь еще. Берез только, ёлы-пал. Трех березов заблужусь и все. И никто не найдет, да. И Геральт пропал. Поехали. Ой, это кто? А, все, я уже испугался, думал, сейчас пиздилка будет. А что поговорить-то с ним? Занят. Чем ты занят? Ходьбой, блядь, по лагерю мне? Да. Так, куда нам? Так, я куда-то выше хотел. Я куда-то хотел выше, я хотел вот сюда. Потому что там две штуки неизведанных, надо пойти и проверить, что там. О, такое, проведать, посмотреть, блядь, пиздюлей кому-то навалять. Погнали туда, сейчас меточку поставим. Сейчас телепортируем нашу эту... Вот это вот. Жигули наши, блин. Поехали. Давай. Поехали, погнали. Ну давай быстрее уже, еле скачешь, ё-моё. Медлить-то нельзя, надо быстрее нам все это. О, аленький бегает, посмотри. Охотиться мы на них не будем. Он кто-то рядом там. Волки бегают, надо, да? Это он кому? Это ты мне? Типа по такому маршруту вас. Ой, а кто это? Ой-ой. Разлетались тут всякие твари неизведанные. Погнали, погнали. Тут замок какой-то. О, это и этот, блядь. Грифонит, что ли? Ой-ой-ой, ты чё? Алё, блядь. Ищу, сука. Гарпия новая. У, сука. Охуели, блядь. Нападают на беззащитного мужчину, пока я на коне там. Так, еще все, больше ничего не выпало. Так, там хуйлопа. Вот он здоровый такой, сука, нихуя себе. Кто там внизу ходит, блядь? Это что, чей-то костер был? Он, сука, громадина какая летает. Это все грибы. А, утопцы, наверное, какие-то, блядь. Плавательные пацаны, так. Я... Не, не то. Ты чё? Давай вот этого. Как бы он мне сейчас пиздюлей не навалял. А попадем, интересно, отсюда? Нихуя, не попал, да?
Нет, я отсюда не попаду, наверное. Надо идти, блядь, к этому пиздику, блядь, потому что... Ой, тут телепорт открылся, вот круто. Вот это круто. Это мне нравится. А как туда зайти? Собственно. А выше я поднять не могу, да? Хуёво. Это дракон какой-то, блядь. Бля, ну он мне пиздюлей наваляет только так. Бля. Только держись, блядь. А, все, типа, раз и упал. Нормально, с 2 метров разбился, красавчик. Это, конечно, неприятное. Ну давай грузись быстрее, что ты, блин, тянешь-ка-то за яйца. Ёлы-палы. Бля, я тут... А у меня открылся, кстати, этот... Там телепорт. Не открылся, да? Придется, блядь, скакать туда. Ладно. Где мой этот? Рейндж-ровер, давай иди сюда. Поехали. Поглядим, поглядим, что там такое у нас. Но чувствую, тут дракон, конечно, меня на раз-два убьет. Такой, блядь, прям здоровый, ёптую мать. Сейчас прискачем, осмотримся там, посмотрим, что там, как там. Может, там что спиздить можно. Мы это спиздим, конечно. Чужую добру пропадать там, блядь. А? Все, что можно спиздить, пиздить нужно. А вон эти, блядь, летают. Ну, они легкие, сейчас их быстро, блядь, ушатаем. О, а тут это, открылся еще одна, блядь, хуйня. Давай, иди сюда, блядь. Лети ко мне, лети. Да, вот ты, сука. Да вы охуели, блядь, че ее? Ку-ку, блядь. И где там, блядь? Вопишь, давай иди сюда. На, сука. Давай ёбалась. Где еще? И тебе на, блядь. Курва, блядь. На тебе по ебучке, ну. Сука, блин. Хуели, блин. Ну вот мы-то их быстро, блин. Там еще одна, блин. Come to me, блин. Да давай уже бегом, блядь, давай сюда, иди сюда. А кто там летает? А, это еще одна, давай. Понятно. Ой, ящичек. Хорош, бля. Ревизское фруктовое бухло, бля. Ну, блядь, алкоголики, нахуй. Ой, круто, переход нашелся. Превосходно. Раз здесь столько переходов, значит, блядь, что-то тут это... Да, что-то тут... Хорошее должно быть. Что-то тут очень хорошее, и надо... А что там еще? Что-то есть? Где? Вот, так, забрал. Хорошо. Сохраниться надо бы, пока нам это пиздюлей еще не наваляли. Так, ручное сохранение. Давай. Перезаписываем. Я загрузился, ёб твою мать. Нет! Вот это я тупанул, бля. Хорош пиздеть, давай, блядь, этот самый, заканчивай там. Рассказчик, блядь. Пиздец какой-то. Вот это я тупанул. Зато туда добралась дикая охота. Да смотри. Хватит трындеть. Что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Обалдеть, блядь. Вот это я тупанул, блядь, пиздец. Авто... Это, загрузка. Сохранение надо было. Ай-яй. Пиздец. Загрузка. Автосохранение. Подожди. 20.19.35. А, это, может, нормально. Блядь, сейчас опять пиздеть будет. Ну, зачем?
ответил старый. Вот это каждый раз, когда, блядь, загружаться будет, он будет пиздеть. Мне это не нравится. Что за фигня? В убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала. Понятно, понятно. Мы это уже все знаем, давай. Пиздец какой-то. Ой, блин! Какая-то невероятная лабуда. Пиздец какой-то. Сейчас придется заново этих, блядь, летучих мышей пиздить. Но они не такие сложные, в принципе, ничего страшного. Привет, пацаны, я тут уже как свой, блядь, который раз пробегаю. Здрасте, привет, до свидания. Олени бегают в лесу. Вот старые знакомые. Привет, бля. Привет, привет, чё, как дела, бля, в натуре? Я с пизделей вам наваляю. А чё лучше светится? О, хорош, бля. А их даже так можно, да? Это прикольно. Прикольно я так сходу дал им, бля. Пиздюлякин. Оказывает влияние. Охранный чит. На, блядь. Да я уже как профессионал тут не первый раз, блядь. И, блин, вообще. А ты еще не сдохла? Ну, кто следующий? А их-то с этим щитом как-то быстрее мочить, потому что они подлетают. Вот эта вся хуйня отбивается, и, короче, они задористые такие становятся, запиздятся, пиздятся, типа. Бля, опять сейчас собирать эту хуйню, плюс. Ну ладно. Заново соберем сейчас эти ваши мутагены, вот эти все, блядь. Листики, блядь, перышки, блядь. Занимаемся ботаникой, хули нам, блядь. А, где там еще что? В хуйнях катаю. Перья, блядь. А что с перьями будет делать, блядь? Косыночку себе, блядь, сплитываю еще там вот эту, блядь. Чингахухи, блядь. Ой, кого-то заебашили, смотри. Опять бабу какую-то захуярили. Не, ну это, блядь, нехорошо. Пара монет. Сундучок. Так, ну и вот теперь! Вот теперь надо сохраниться! Сохранение. Вот так сделать. Все. Больше не тупим, а то мы тут натупили, блядь. И заново пришлось все проходить. Поехали. Поехали смотреть, что там у нас за дела. Такие летают, бегают, прыгают. Сейчас мы там, блядь, тут разберемся. Местность-то разведать надо. Мне как-то вниз спуститься надо. Мне как-то вниз спуститься надо. Потому что там внизу что-то есть. Мы еще сейчас вот тут сохранимся, чтоб есть и что. Вот, чтоб сразу так мобильника ADS2 и готово. Вот так вот. Хорошо. А в воду я могу прыгать, интересно? А я там разобьюсь нахуй, да? Ой, опять эти летают. Ой, их тут дохуя. А, нет, это птички просто. А, это он сам ко мне прилетел? Бля, ну я его долго буду ебашить. Подожди, а у меня болты там какие-то были? У меня там какие-то модные болтики были. Где они, бля? Где-то они у меня были, бля. Вот эти вот. А, необходимый уровень, бля. Колющий урон плюс 3, бля. Шанс вызвать кровотечение. Урон серебром. Длительность эффекта. Нет, не пойдет. Дубина, блядь. Вон, блядь. Может, камнями в него покидаться еще? А взрывчатку я могу склепать. Где алхимия?
Алкоголь. Бомбы. Не хватает ингредиентов. А что мне надо? Так, есть у меня селитры, блядь, нету. Сон дракона. Фосфор, блядь. Урон огнем 400, нихера себе. Бля, ну я его так не убью, пиздец. Он меня заебашит, нахуй. Блять, ну это долго будет, пиздец. Хотя он коцается, блядь. Блядь, ну я его долго буду маслать, ёптвою. Блять, он жирный, пиздец. Идите, ага. Да, блять, не вечно проебываю, не ту кнопку нажимаю, ебаный урод. Не, ну это возможно, в принципе, убить, блядь. Почти сдох, блядь. Надеюсь, убью. Хорошо, что щит есть, блядь. Без щита он бы меня, блядь, на раз-два, блядь. Только так, блядь. Ой, хорош, убил, блядь. Блядь, ты куда? Ты. А что с него упало? Драконья чешуя, шкура. Виверны, мутаген из виверны, яйцо виверны. Ага. Так, а что мутаген из виверны дает? У меня где-то применение вот этих ваших мутагенов есть. Где-то я смотрел и, блядь, где-то я забыл, короче. Ого. Где-то тут было, да. Так, мутаген из виверны, что дает? Сила атаки, плюс 5. Здоровье у меня и так, возьмем вот это, сила атаки. Блин. Очков умений 6. Доступные очки умений. Память тела. А что это? Пустая. Чтобы активировать навык, разместите его здесь. Не? Ладно. Так.
А наверх как выбраться? Может, там где-то и пройти можно? Надо сохраниться. Надо сохраниться. А то этот... Стоять. Надо. Вот здесь сохранимся. А то этого дракошу все же как-никак мочить-то долго. Это место силы. О, еще все не того, не это сам. А что здесь? А ну-ка. Да давай уже, блять, подойди к нему, ёптвою мать. Вы получили одно очко умений. Хорошо. А где эти пиздюки? Внизу где-то плавают? Да, внизу плавают. А как наверх выбраться? Это возможно? Спускается. Мне интересно, там как-то я залезу, блядь, в эту крепость неприступную. Ой, блядь. Так, тут как бы... Не очень. Так, а ну-ка, давай. Давай. Блядь, сейчас разобьюсь нахуй, да и все, блядь. Разобьюсь и все, блядь. Ай, тихо. Тихо. Разобьюсь и не будет меня. Там где-то внизу что-то есть, блядь. Утопец, блядь. Кыш нахуй. Да, блядь. Да не, нихуя. Не вижу нихуя. Может вокруг поплавать? Может поплаваем вокруг? Как мост опускать я? Хер его знает. А здесь я вылезу? Нет, тут я не вылезу, походу. А как же туда забраться? Короче, входа тут больше нигде нет. Надо наверх выбираться. Потому что я тут не вылезу. Погнали наверх туда, брат. Посмотрим, может, там мосток-то можно опустить. Знак Квен. А он мне типа плюс к этому дает. О, вход. Вижу. Под водой есть вход. Погнали. Где-то тут есть вход. Ой, бля, кишна. А вот и вход. А вот и вход. А чё ты мне это? Волокно. О, реликт мне клинок из стирха. Хорош. Хорош, блядь, чё нашёл, а? Это мне не выёбывайся, блядь. Плаваешь нахуй, охуел, блядь. Надо посмотреть, чё я там нашёл там, блядь. Стоять. Меч какой-то охуенный попался, да? А где он, кстати? Что-то его не вижу. Меч какой-то там охуительный нашел. Где он нахуй? Меч Марибор. А, вот он. А, Марибор. Это он? Ну, что-то он как-то не очень. Дополнительный он при критическом ударе. Плюс 7. Я думал, что-то охуенное. Ну, релик же там было написано. Что за хуйня? Где? Так, броня, сопротивление. Чё, блядь? Я думал, там крутой меч какой-то, меч Марибор. А тут...
что, вставить никуда нельзя, да? Что он делает? Шанс вызвать горение. Куча всякой херни в рюкзаке, бля. Нихуя себе у него рюкзак безразмерный. Твою мать. А, вот же он, бля. Вот же он. А я-то это там... Отлично. Дополнительный урон при критическом ударе. 50% шанс критического удара, шанс вызвать кровоточку. Хорош, бля. Не-не-не, подожди. Отмена. Это мы сейчас приоденем. Шанс вызвать кровоточение, шанс вызвать заморозку, мощь знаков, шанс вызвать оглушение, шанс вызвать отравление, шанс вызвать заморозку. Что там у меня еще было? Шанс вызвать горение. Улучшение изменить в пустой ячейке на снаряжение, чтобы улучшить свойства выбранного предмета. Мощь Квена. Ага. Оденем, блядь, че нахуй. Оденем, хорошо. Так, а что-то у меня еще было. Шанс вызвать кровоточение. Шанс вызвать заморозку. Шанс вызвать оглушение. Вот оглушение на самом деле очень хорошая штука, чтобы чувак стоял, втыкал, а я его пиздил в это время. Пока шанс вызвать заморозку. Мощь знаков, блядь. 4% заморозки. 5 даже будет. 5? Угу. 5%. 2% оглушения. Угу. Ну попробуем. Раз. Шанс вызвать оглушение. 2. Ууу. Шанс вызвать кровотощение, шанс вызвать оглушение. Малый рунный камень плюс 4% дает. Отлично. Надо починить его, бля. А что за хуйня? Не понял. Ремонтный набор подмастерья. Все, починил. Еще давай починим. 97% хорош. А это что, ремонтный набор подмастерья оружейника. Прочности восстановления. Осел позволяет чинить оружие. Ага. Хорошо. Вот, нахуй. Ну и надо отправить это все нахер попродавать. Вот эти бабки надо вы обменять. Здесь у меня куча всего. Рюкзак, алхимия, ремесло, блядь. Ремесло. Болты мне нахуй не надо. Мечи. Не хватает ингредиентов, блядь. Стальное оружие. Сапоги. Ингредиентов нихуя не хватает. Не хватает, не хватает. Неплохой меч нашел, блядь, в самом-то деле. Очень даже ничего так. Очень даже мне нравится. Погнали. Так, сука, у нас там мы уже колбасимся тут. Наши вот эти игрульки. Ой, бля, ну ладно. Забыл таймер включить, да и хрен с ним, играем дальше. Интересно же, правильно? Интересно же, правда, весить потом будет файл, блядь, невероятных каких-то. Сотен миллиардов гигабайтов. Че эти придурки тут делают? Съебитесь нахуй, блядь, заебали. Рыбаки ебучие. Так, как мне наверх подниматься? Как мне подниматься наверх, товарищи? Походу придется очень там сильно оплывать. А, вот. Вижу. Хорошие шмоточки нашли. Тот, кто ищет, найдет меня, да? Пошли теперь наверх. Надо как-то в замок в этот попасть. Походу там что-то тоже ценное лежит.
А вон там он чего? Камешки какие-то, гляди. О, интересно, что там может быть? Не там стоять. Вот здесь. Ой-ой-ой. Погнали, посмотрим, где там вход в этот вот это вот что это, замок, что-то такое. Какая-то хреновина. Потому что нам там показывают. Надо сохраниться обязательно. Надо обязательно сохраниться. Чтобы мы не потеряли наш прогресс. Так. Эй, блядь, да повернись ты к этой хуйне, заебал ты, блядь. Пиздец какой-то. Ох, и механика удивительная, блядь, ёбала. Ёбана в рот. Так, бля, а почему, почему? Одинокая скала. Тайник с ценными вещами. Этот вход ведет в руины или в пещеру. Блять, а как туда попасть? Ку-ку. Как же туда попасть, блять? Так не прыгнешь туда, разобьешься нахер. Бля, херовано. А может, как-то на драконе надо было перелететь? Я не знаю. Может, я его зря убил? Да? Блядь, ну это сейчас сдохнет, опять будет такой. Да. Фиби, блядь, поехала туда. Блядь, петила там каким-то пиздюком. Он стоит, блядь, этот уёбец. В принципе, у нас-то это, блядь. Телепорт здесь есть, я могу сюда потом вернуться. Я могу потом сюда вернуться и как бы еще как открывать, хуй его знает. Ладно. Поехали на куда-нибудь другое место, наверное. И куда бы нам сейчас? Нам бы в город куда-то и продать все нахуй вещи вот эти ненужные. Тайник. Здесь ваши вещи будут в безопасности. Хорошо. А сюда телепорта что нету, типа, да? Херово, блядь. А чё? Ладно, пойдем сюда. Это будет посмотреть, как вот эту вот одинокую скалу. Тайник с ценными вещами. Так, где куда мне? Мне сюда, да? Погнали! Погнали в город! Продадим все наше добро. Так, а кому тут спихнуть можно? Купец где-то есть. Погнали, побарыжим нашими вещами. А то у меня уже там дохрена всего накопилось. Ножницы, а что за ножницы? Это что такое? Цирюльник, чтобы побриться. А, это нахуй бриться надо, блядь. Нормально, с бородой, суровый мужик, еще этот самый туда-сюда. Еще бабки платить за ваши, блядь. Цирюльники вот эти. Здесь сэкономим, блядь. Борода нам не мешает, патли пока тоже. Кыш, блядь. Так. А где этот пиздюк находится? Он где-то в другом здании. Скоро перестанет. Бухлятная там есть. О, купец. Пойдем к купцу. У него наверняка много денег. И он скупит все наше барахло нахер. Погоди. Чего? Риданский купец. Летай,
покупай, не раздумывай. Ну и. Налетай, покупай, не раздумывай. Чего желает? Покажи мне свои товары. Посмотрю, может. Давай, давай. А бабла у него и немного слишком. Так. Ой, а что это? Я нашел новый ремонтный этот набор тут. Продать все нахер. Меч. Продавать или оставить? Да продам его, нахуй он мне сдался, в принципе. А что я продал там? Шанс вызвать горение оставим. У него бабла уже нихуя не осталось у этого купца, блядь. Сейчас скажет, все, это иди нахер, блядь, все, закончились деньги у меня. Не буду ничего покупать. Так, это еще. Угу. Ну, у меня бабла насобиралась так нормально, это хорошо. Это очень хорошо. Мусор. Физштех какой-то, блядь, нахуй продать. Чистое серебро, мусор. А, денег у него не хватает. Все, типа, пизда. Пизда рулю. Покажи мне свои товары. А что у него еще там было, блядь? Я так и не посмотрел. Я так и не посмотрел, что у него там было. А у него, собственно, ни хера и не было. Это что такое? Краски. Нахуя мне краски? На заборе хуй написать? Будь здоров. Так, поехали дальше. Ну, у нас этот едет. Как его делаем? Так, а где этот делся, кстати? А, это он мне показывает, точило там вся вот эта хуйня. Шмотки я продал. Шмотки я продал. Мне бы сейчас точило. Что там еще? Лагерь бандитов. Поговорить, рыданец, блять, хуянец. А что у нас здесь? Я там был, интересно. Так, никуда. Телепортируйся давай там, Ты где, блядь? Поехали. Загорает, сидит весь в татухах, блядь. Поехали. О, телепорт новый открылся. Или это то же самое? Не, новый открылся телепорт. Смотри, можно просмотреться по городу и все это, понаходить новые какие-то. Купцов там вот этих всяких, шняги всякие, вот эти телепорты, переходы. Это хорошо, подожди, надо. Такие, как ты, только болезни разносят. Паражитизм и дезертиризм. А это что? А сюда зайти нельзя? Не, заходит. Пошуршали, посмотрим. Пердеть нехуй, бля, чтоб не воняло. Детишки резвятся, бля. Почему у вас такие страшные? Ты это, бля, без взрослых тут не ходите, а то у вас дядьки взрослые только так конфетами накормят. Ну, все, все, все. Так, я быстрее так поднимусь, бля, чем вот это буду, бля, хуйней страдать. Так. Погнали, осмотримся еще. Его величество. Его величество. А эти до сих пор про бабу пиздят. Да, о, кузнец. Да что и всегда. Начало ногти вырывает. Кузнец, кузнец, кузнец. Ой-ой-ой, стой.
Давай посмотрим, чего там у тебя, что там да изготовить, покажи мне свои товары. Покажи, что у тебя есть на продажу. Нихуя себе у него бабла там, блядь. Да ой, хорош, блядь. 135, 165 урон, блядь, нормально. Блядь, неплохой меч. А сколько он стоит? 400. Двадцать. Кирка, блядь. Не, ну неплохой мечик, слышь, надо, блядь, взять. Урон хороший. И урон замечательный. Деньги у меня как раз есть. Пробел купить. Купил. Горение огнем. Гвен. Нель. Угу. Блять, а что? Ну попробуем, давай. А, нельзя, надо же это в ячейку вставить. Бывает. Блять, классный меч. Классный меч мы приобрели. Так, умения всякие. А, ой, а что у меня с умениями? А, это, да? Это. Следующий уровень увеличивает урон. Купить навык. Память тела. Следующий. Увеличивает урон от быстрых атак на 5%. Увеличивает урон от мощных атак на 5%. Жесточков адреналина. Так, молниеносные рефлексы. При наведении арбалета, получив урон, ведьмак теряет на 20% меньше адреналина, прирост очков туда-сюда. Понятно. Знаки. Базовая. Игни. Ирден. Квен. Щит, который держится до тех пор, пока не поглотит 7% от максимального уровня здоровья. Ну, это неплохая вещь на самом-то деле. Взрывной щит. Когда щит Квен разбивается, то отбрасывает врагов. Восстановление энергии в бою. Угу. Блять, а вот это неплохо. Дополнительное закрытие. Доп очков в ветви для открытия. А, 5. Еще. У меня 6 очков осталось. Прикольно. Так, это что такое? Знак Аксии. Знак, который влияет на разум. Там мне не надо. Игни надо прокачать. Урон, нанесенный Игни, также ослабляет вражескую броню. Действие эффекта определяется мощностью знака и может составлять не более 15% от нее. Восстановление туда-сюда. Угу. Угу. Так, а это что? Солнце и звезды. Умение очков. Днем вне боя здоровье восстанавливается на 10 секунд. Быстрее ночью будет, да. Это у меня уже типа купить навык. А, то есть мне его купить надо. Инстинкт выживания увеличивает максимальный уровень здоровья на 500 единиц. Техника школы кота. Каждый элемент легкого доспеха увеличивает критический урон. Каждый элемент легкого доспеха увеличивает критический урон на 25%. На 5%. Так, следующую. Каждый элемент увеличивает максимум очков здоровья на 5% урона от мощной атаки. Круто. Днем
Вне боя. Ну, блядь, кто-то нравится. Увеличит максимальный уровень здоровья. Бля, вот это классная тема. Так. Если уровень энергии слишком низок, знаки можно накладывать за счет очков адреналина. Угу. Так, вот это следующий адреналин. Опять используя знаков адреналин. Круто. Так, знаки. Оружейка. Память тела. Ну давай быстрые атаки качнем. Ууу, хорош. Соединение, это типа, сила атаки плюс 10. А вот это замечательно. Так. Мне сейчас надо еще... Где? Рюкзак поменять вот это вот. Не понял. А чё его одеть не могу? Необходимый уровень 6. А, серебряный меч. Вот оно что. Это серебряный меч. Назад. Горение огнем, блядь. А чё мне туда поставить-то? Шанс вызвать отравление. Но отравление это побольше шансов, чем огнем. Мощь знаков. Мощь знаков можно этот качнуть. Давай. У меня-то знаки нормальные, блядь. Сейчас мы, блядь, там этот самый. Отлично. Капец. Давайте, как я. Покажи мне свои товары, изготовить. Надо продать остатки вот этих вот вещей там. Меч пихнуть надо. Вот эту хуйню пихнуть. Еще продать. Так, продать нахуй. Ага. А он что-то у меня здесь купит, интересно. А нихуя не купит. Мне придется купцу валить. Ремесло давай. Убрать улучшение. Давай, ремесло. Доспехи нет. Не тот ремесленник. Ага. А где что? Не хватает ингредиентов. Перчатки не тот ремесленник. Не хватает ингредиентов. Уровень большой. 13-й, блядь. Необходимый уровень 13. Кузнец ученик. Угу. Мощь знаков. Блядь, урон у него, конечно, будет пиздец. Необходимый уровень 13. Это у меня должен быть 13-й уровень? Или требования к ремесленнику? Кузнец ученик. Блин, ну классно, конечно. Стальное оружие. Не хватает ингредиента. Так, уровень тоже 7-й, гляди, блядь. Меч из Дориана. Шанс критического удара. Кузнец подмастерье. Требуемые ингредиенты. Блядь, ну тут, конечно, вообще прям. И плюха хорошая. 40-50 урона. Почему такой маленький урон? Остальное оружие. Цена 10. Магический предмет, вес. Необходимый уровень 2. Требования к ремесленнику. Не надо. Не хватает ингредиента. А что он дает? Мощь знаков. Получение адреналина. Сила атаки. Штаны, не тот ремесленник. Я понял. Чинить мне не надо. Давай. Бывай.
Блять, ну меч, конечно, неплохо. Мы... Сохраниться надо. Сохранение. Шпуньк. Блять, ну круто, конечно. Я бы еще сюда сходил, посмотрел, что здесь. Люди, ублюдка, что? Не шали. Где моя эта, блядь? Они ко всем транспорт. И все погнали. Пошла. Уолтер попробовал сопротивляться. Здесь такая диковина. Сейчас пойдем еще посмотрим, что там есть. Нам через мост надо вылить. Что они делали, да вы заебали про какую-то бабу разговаривать? Извращенцы, блядь. Ногти там кому-то рвут, блядь. Тьфу, блядь, я плюну, козляра ты, блядь. Охуел, блядь. А чё это? Типа нельзя? Не шали. Ага. Это чё такое? А чё не пускают? Охуели, блядь. Ладно. Давай. Ладно, погнали, блин. Погнали на пиздилку куда-нибудь. Нам бы сейчас... Я бы к вот этой вот вернулся. Вот к вот этой вот шняге. И дал бы ей пиздюлей и посмотрел, что там она скрывает. Потому что мне кажется, что это у нее там ценное есть. Погнали, посмотрим. Блевать его тянет, блядь. Блять, одни алкаши. Ну, в принципе, и, блядь, вот эти ваши средневековья всякие. Оно, ничего ж заняться нечем было, только сидели, ногти вырывали и бухали. Больше ничего не делали. Больше ничего не делали. Погнали сюда. Сейчас сохранимся сразу. Потому что она-то нам, скорее всего, пиздюлей может навалять. Сейчас в игру... Сохранить игру. А почему? Ау. Вот так вот сохранимся. И пойдем к нашей тетушке вот этой, блядь. Вот к вот этой вот, блядь, тетушке. А кто здесь? А, тут же отпизженные все. Тут же все-все я отпизженные. Так, стоять, чё? А чё бы? Бутылка воды, хорошо. Пошли! А она, кстати, говном кидается там каким-то. Не знаю, откуда она его берет. Не будем спрашивать. Ну, нах, по-любому подробности какие-то неприятные будут. Поехали. Блин. Так, уже близко. Блин. Где-то тут ходим. Сейчас мы по пиздюлятору накидаем, нахуй, только так. Куко, блядь! А, блядь. Жирная, сука, нихуя себе. Бля, ну мы ее долго будем клепать, это пиздец. У нее жизни ебануться можно. Иди делай, блядь, Дина. Ого, сплюхи меня вырубило. Нихуя себе. Вот это было, да. Одна плюха и все, и пиздец. И все, ну ее нахуй, все. Я понял. Связываться с ней нет смысла. Погнали куда-нибудь в другое место, где нам пиздюлей не наваляют. Потому что это прям... Вот здесь что-то было. На этом что-то место отмечено. Сходим, посмотрим, что там. Потому что это такая... Ну прям, блядь, один удар и все. И у нее даже уровень не отображается, походу.